Итоги первого месяца эксплуатации автомобильной развязки в Трехгорке подвело Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Объект был построен по поручению губернатора в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Развязка была открыта 11 января. За месяц по ней проехало около 110 тысяч автомобилей. Это примерно 3,5 тысячи машин в день.